Ну а для тех пенсионеров, которые не хотят покидать любимые 6 соток ни на минуту, пригодится вот такая услуга. Чтобы летом получать деньги в ближайшем к садовому участку отделении почты, нужно заблаговременно написать заявление. В документе нужно указать адрес. Остается еще один вариант – воспользоваться услугами банка. Если у него имеется соответствующий счет в банке, то если банк функционирует на территории, там, где он проживает, он может получать ее там. Ну, а пенсионер, который сегодня переводит свою пенсию на банковскую карточку, то есть им даже еще проще через любой банкомат получать свои пенсии, находясь непосредственно в ближайшем банкомате, где он сегодня находится.